Тема программы – оформление сувениры из полимерной глины. Нам осталось сделать хвостик и крылышки. Ну и если мы захотим, еще, конечно, лапки. Так, хвостик. Опять же, я смешаю полимерную глину основу. Я хочу тоже сделать его более светлого оттенка. Ну, он у меня двойной будет, то есть хвостик будет из более светлого, из более темного оттенка, да. Так, я перемешала. Цвет получился более светлым. И теперь я беру этот кусочек. Опять же, как я говорила, делаем шарик, затем капельку. И начинаем эту капельку превращать в хвост. То есть мы ее сдавливаем. Вот у нас что в итоге получается. Такой вот, ну, наверное, треугольничком это можно назвать, не капелькой. Вот. И теперь мы рисуем хвостик. Для того, чтобы хвостик получился похожим на хвостик, шилом формируем вот такие вмятинки. А затем, чтобы создать крылышко, вот так вот немножечко, как будто бы у нас перышки на самом деле, мы делаем текстурку. Просто кончиком шила, лесенкой или навстречу друг другу мы прорисовываем прожилочки. Итак, нижняя часть хвостика у нас готова. Мы ее подклеиваем с обратной стороны на нашу совушку. Как я уже говорила, сначала клей. Секрет мастерства. В работе с полимерной глиной используются стандартные приемы изготовления заготовок для деталей оформления. Шарик, капелька, брусок. Вторая часть хвоста у нас делается из меньшего кусочка полимерной глины. Также мы формируем сначала шарик, затем треугольничек. И аналогично первому формируем хвостик. Две вмятинки и текстурка. Теперь сверху я точно так же наклеиваю вторую часть хвостика. Практически наш сов или сова, нет, наверное, это все-таки девочка, раз она розовая, вот, практически она уже у нас движется к логическому завершению. У нас не хватает носика, не хватает крылышек и также нам не хватает еще лапок. Так, значит, мы делаем крылышки. Крылышки делаются аналогично хвостику, то есть тоже ничего сложного здесь нет. Два шарика, стараемся более-менее ровного размера сделать. Совет мастера. Если вы не уверены в своем глазомере, можно раскатать брусок и просто разрезать его пополам. Тогда ваши детали не будут отличаться в размерах. Крылышки можно сделать текстурными, такими же, как и хвостик, а можно оставить гладкими. А можно еще текстуру сделать вот таким образом. То есть я беру, например, свой дотс и просто продавливаю. Видите, очень мягкая глина, и она прям норовит прицепиться. То есть прилепиться прям к самому дотсу. Ну вот, уже немножко другая текстура, и крылышко выглядит чуть-чуть иначе. Почему бы и не поэкспериментировать? Иногда в результате, особенно мне нравится, когда с ребятишками работаешь, они большие фантазеры, особенно когда им хочется чего-нибудь сделать очень быстро, они начинают экспериментировать. Иногда из этих экспериментов рождается что-то совсем другое, то есть начинали делать сову, а закончили автомобилем. Приклеиваем крылышки. Что ж, моя совушка мне уже нравится. Довольно симпатичная девочка получилась. Можно, конечно, еще придумать бантики и прочее, но совушка без клюва и без ножек как-то не совсем, наверное, совушка, поэтому давайте добавим ей красоты. И еще я сегодня покажу, как мы будем укреплять магнитик. Дело в том, что я уже сказала, при высыхании полимерная глина дает усадку, которая на воздухе у нас засыхает. Но для магнитика это даже хорошо, потому что магнитик тогда утопает, получается, в полимерной глине. Так, чтобы сделать хвостик, делаем такую же маленькую капельку. То есть она вот прям совсем миниатюрная у нас. Даже, мне кажется, большеватый немножко хвостик получится. Ну ничего, пусть у нас будет большеносая девушка. Так.
укрепляем, делаем две небольших, небольших таких вмятинки у совушки, как обычно у живых сов бывает. Ну вот она уже такая забавная. И нам остались только ножки. Ножка тоже делается достаточно просто. Технологически, как вы видите, поделка несложная, но выглядит вполне, ну, на мой взгляд, вполне достойно. Знаете, я бы даже такую брошку могла смело носить. Ну и как магнитик ее можно подарить. Что касается магнитика. Магнит тоже доступный такой, в общем-то, предмет. Иногда, может быть, у вас дома давно оторвался какой-то магнитик и лежит без дела, страдает. А что бы нам его не украсить? Я использую неодимовые магниты, они очень крепкие, очень плотные. Их хватает надолго, они держатся очень хорошо. То есть все, что нам теперь нужно, на обратной стороне сделать вмятинку у нашей совушки такую, в которую бы вошел магнитик. Делаем при помощи дотса, создаем этот кружочек. Сюда обязательно используем клей ПВА. Как ни странно, но именно клей ПВА в этом варианте глины прекрасно работает. Понятное дело, что для запекаемого пластика мы используем либо клей Моменты, запекаем мы поделку без металла, то есть металлическая фурнитура, она либо идет во втором запекании уже, когда основа подсохла. Все, мы придавили. И вот такой вот магнитик у нас готов. Конечно, можно еще придумывать разные детальки, которые могут стать украшением этой совушки. Можно делать сердечки, вот, например, как в этом варианте, да? Можно делать там шляпки, цветочки. Ну, в общем-то, можно воображать как угодно. Причем эта полимерная глина легко, например, сочетается вот с ленточками, с ниточками. То есть вот для этого птица, для этой птицы, ну, это птица вообще-то, это мальчик, вот. Мы вот использовали вот такие вот шерстяные ниточки. Рукоделие – это то, что успокаивает нас, это то, что дарит нам положительные эмоции. Когда-то я прочитала такую фразу, что рукодельницы – это счастливые люди, потому что во время своего мастерства они общаются с Богом. Рукодельницы – это люди, которые всегда счастливы, они всегда чем-то озабочены, они всегда что-то вынашивают, какие-то планы, и все их планы осуществляются, как правило, потому что долго носить мечту мы не можем, мы сразу хотим ее воплотить в жизнь. Дерзайте, пробуйте, будьте счастливы, любите себя, любите то, что вы делаете, и пусть жизнь будет наполнена только светлыми моментами. Спасибо. Благодарим за помощь в организации проведения съемок Бийский детский эколого-туристический центр.